Привет, друзья! Наверное, вы уже видели мои многочисленные попытки работать в технике Bloom Sherry Art. Надо сказать, что когда я сравнила с видео Sherry Art, на самом деле все эти попытки можно назвать неудачными. Красиво, неплохо, но не то. Я ж вот такой, блин, настырный человек. Я же не успокоюсь, пока у меня не получится. Нет, я возвращаюсь снова к этой технике. И все-таки хочу, чтобы у меня получилось. И упор делаю на то, что именно из тех материалов, которые есть у меня в наличии. То есть здесь перебирать разные материалы, разные составы можно просто до бесконечности. Ну и решила еще раз попробовать. Значит, первое условие. Обязательно уровень. Это, сами понимаете, при любой заливке. Сегодня сделаю на плитке, дабы попробовать просто саму технику. Значит, в качестве подушки у меня обычная белая краска интерьерная, которую я пользуюсь всегда. В качестве красок тоже мои обычные краски. Кстати, краски, жидкий акрил я делаю всегда где-то наполовину. В общем-то, я точно не вымеряю пропорции, обязательно с колерами. Почему? Потому что наличие колеров в жидком акриле обеспечивает, во-первых, яркость картины, то есть картина после высыхания не темнеет. Вот. Во-вторых, высыхает быстрее, ну и в-третьих, дешевле. Ну ладно, что-то я подушку, наверное, огромную налила, но ничего. И синие. Тут. Немножко синего. И в качестве активатора у меня белая краска. Белая краска. Спасибо, кстати, вот подписчикам, подписчице, которая написала мне, что не надо добавлять силикон. Ну, действительно, его и Sherry Art не добавляет никакой силикон. Просто взять белую краску, развести с медиумом. У меня медиум клей ПВА с водой, 3:1. Но я в предыдущих видео пробовала просто строительную краску, пробовала Браубер краску, пробовала французскую краску белую, просто разводить с медиумом. Ну, в общем-то, эффекта не было. Вот, значит, я делала сборку в мастерской, нашла, вот у меня оставалась краска там прямо на донышке, и я развела ее с медиумом. Думала, разведу, сейчас разболтаю куда-нибудь, дай-ка я попробую. Ну вот, решила попробовать. Посмотрим, что получится. Вот видите? Просто никакого силикона, просто белая краска с медиумом. И еще одно условие. Спасибо Татьяне Бейкер. Это вообще, надо сказать, что мой наставник и учитель. Я все время смотрю ее видео. Очень многому научилась именно у нее. И вот посмотрела последние видео, она там тоже делала технику Sherry Art. У нее все прекрасно получается. В качестве активатора она использует краску Амстердам. Вот, потому что вот Соло Гоя, допустим, если вы не найдете, вот Амстердам вы точно найдете краску. И, в общем-то, один тюбик для активатора вполне себе можно купить. И сейчас, вот смотрите, мы смотрим. Середина у нас не едет, да? Вот чуть-чуть пробуем, не едет. Значит, мы ждем. Ждем 5 минут, может быть, больше, для того, чтобы наша середина тоже начала ехать вместе с другой краской. Ну, ждем.
Ждем, пока наша середина тоже начнет ехать. Потому что, видите, вот она не едет. Но уже немножко едет, да. Вот. И тут главное, перед этим вот я делала, у меня активатор был погуще. Погуще. И середина, в общем-то, так и у меня осталась белой. Я чуть-чуть добавила водички. Ну, вот чтобы вот, как обычный, в общем-то, жидкий акрил ведет себя. Вот. Добавила чуть водички. И, в общем-то, теперь у меня в середине уже не так много белой краски. И, в общем-то, получилось ячеек больше. Поедем в другую сторону. Тут главное не торопиться. Я такая торопышка, мне надо быстро. Хочу, чтобы быстро сразу результат, потом получается какая-нибудь ерунда. Вот все-таки подушку хорошо, что побольше налила, чтобы у меня вот краска сама сильно не сливалась. Вот хочу вот эти оставить как бы цветочки, да, вот так вот. И обратно. Едем обратно. Серединку. До серединки. Так. И сейчас хочу вот сделать еще одну плиточку, посмотреть с протяжкой. На самом деле очень красивая техника и используется минимум краски, ну что, наверное, тоже, в общем-то, довольно приятно. Вот. То есть вы видели, сколько краски, очень мало краски используется. Получилось именно то, что я хотела. В какой-то веке. Ну, потому что, да, жидкий акрил, такое сказочное вещество, ведет себя так, как хочет. Я вот в завивке сколько планирую, допустим, вот сделать так. Получается не так. Но на самом деле, в чем и прелесть, получается всегда очень красиво. Особенно если гармонично подобраны цвета. Очень красиво. Ну, прям вот. Ой, прям не могу я налюбоваться на это. Да. Сейчас приготовлю вторую. Хочу сделать еще то же самое, но только с протяжкой. Ну, красота, конечно. Ничего не скажу. Очень красивая техника. Очень мне нравится. И я просто счастлива, что у меня наконец получилось. Вот такое еще, надо сказать, ни разу не делала. Хочу попробовать. Ну и опять же смотрим, если у нас серединка начинает уже ехать,
Да. В принципе, Сиренинка у нас уже поехала. Ну вот, на мой взгляд, все получилось прекрасно. Есть вот эта сеточка из ячеек, и здесь вообще какой-то необыкновенный прямо узор получился. Посмотрите. Просто какой-то даже необычный. То есть, что я использовала? Еще раз делаю вывод. В качестве подушки у меня обычная белая интерьерная краска. Единственное, что я беру моющуюся всегда. Развожу ее, как обычно, один к одному, с медиумом на ПВА. Вот. Единственное, что жидкий акрил я сейчас делаю все время с колером. То есть, либо чисто на колерах жидкий акрил делаю, либо где-то 50 на 50 у меня краска акриловая плюс колер. И активатор. Вот. Активатор вот такого состояния. Ну, как обычный, в общем-то, жидкий акрил. Вот. Другие мастера используют в качестве активатора краску Амстердам. Вот. И я думаю, учитывая, что, в общем-то, получается на обычных красках, достаточно купить только белый Амстердам. Вот. И развести с медиумом просто. Не надо никакого ни силикона, никаких других добавок. Вот, все прекрасно получается. Я думаю, что я наконец-то теперь успокоюсь по поводу техники Shelly Art, по поводу этого блума. Потому что у меня не получалось. Получалось, но не то и не так. Сейчас у меня получилось. В общем-то, в этой технике можно делать картины. В этой технике эта техника получается всегда очень необычные, красивые картины. Вот. И причем используется минимум краски. Вот смотрите, ну, очень красиво получилось. И сеточка. Ну, тут, может быть, я поторопилась, может быть, не так, но все равно красота, ведь и сеточка это получилась, и ячейки. Если вам видео понравилось, ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на канал. Обязательно пишите комментарии, задавайте вопросы. Я с удовольствием всегда с вами общаюсь. Мне очень это приятно. На этом буду заканчивать. Всем вам желаю творческих успехов, всего самого хорошего в жизни. До встречи на канале. Всем пока!